Желание для Джина закон. Если ты за вынятком ситуации, ты его враг и хочешь просто выжить в бою. Джин — это магическое существо, которое бьется на средней и ближней дистанции. Кажется, за редкостью, мифический, тип бравлера. Поддержка. На отличие от магии, которую он использует в бою, он еще и хороший целитель, как и Сэнди, который поможет товарищам дольше продержаться в битвах. Джин — это бравлер, которого можно найти в сундуках. Он может появиться в обычной скрыне, в сундуках бравлеров, если готовы к этому. Участие в дружных играх — это отличный способ попрактиковаться в управлении новым бравлером. Или использование новой звездной силы после ее разблокирования. В тренировальной пещере можно пойти против ботов. А в дружной игре нужно попрактиковаться в боях против настоящих игроков. Не утратив, хоть и не сдобывши никаких жетонов и трофеев или жетонов. Атака Джина, дымовая. У Джина есть своя волшебная лампа. И стреляет она шариками токсичного дыма. Когда такой шарик попадает в ворожего бравлера, он травмуется. Если она пропускает цель, появляется дымовая завеса. И каждый бравлер, который... что в ней нет физических утрат. Если не успеть с нее выйти. Суперумение Джина — магическая рука. У Джина маленькие конечности, но чуть-чуть магии. С лампы появится огромная рука, которая ударит врагов, что стоят близко. И удар часто несильный. А звездная сила — волшебный туман. На даче в боевом рвении у Джина есть еще отличные навычки целителя. Разблокирование этой звездной силы на 9 уровне и ее активации, союзники, что стоят близко, в 200 очков здоровья на секунду. За правильное расположение Джин может исцелить союзников за один раз. Основной фокус в управлении бойцами или средней дистанции — это умеет покрасться к врагу. Через 600 метров. Особенно, когда у него далекобойная сброя, и он может увидеть твое наближение. Будь выдумчивым, фантазируй. Прячься в кустях или за щельными объектами на арене, чтобы тебя не заметили. Но всегда, когда твой бравлер кроется за стеной, проверяй. Или вокруг объекты. Сброй, которые могут стрелять за объект или над ними. Двигающаяся арена — не идти прямо на врага, который атакует сдалека. Вместо этого бегай зигзагом, что смутит врагов от намонания и не попадать. Когда им перезарядить броя, ты можешь побежать под прямой. Тогда они не смогут тебя стрелять в разливе до ударов. Тут показано, ребята, как Джин вручно прицеливается дымовой атакой. Ребят, вы можете обратить внимание, что он целится на босса. А суперумение Джина — магическая рука. Кстати, надо управлять вручной. Помни, что ней можно прицеливаться только по прямой линии. Ребята, вы можете обратить внимание, как Джин хочет забрать этого маленького бота своим супером. Вот, ребята, все описано.